И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Виктор Кошак, как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в Гаррис Мод, третья часть, какой аниматроник самый страшный, потому что у нас будет пилпаки с третьей части и пилпаки с четвертой части кошмарные. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, у кого день рождения, с днем рождения, Кошак, поздоровайся. Всем привет. Ну что, давай будем начинать, все ждут этот ролик, показывай, кто там у нас есть. Какой части ты начинаешь, с третьей? Я начинаю с третьей части. Все, поехали, я тебя только чуть не вижу. А вот я шарик. Это фантом Балунбой, этот шарик Балунбой. А где он сам? А-а-а, вот так вот, неожиданно. Это точно будет рубрика, как аниматроник самый страшный. Так что, ребята, пишите в комментариях. Не забываем оценивать ролик лайком и подписываться, мне очень приятно. Ролики выходят каждый день для вас. Он умеет проваливаться. Ну, это я вижу, да. Так, что дальше? Говорить. Орать. Пойдет. И на этом он заканчивается. Вот это класс. Ну тогда мочи меня. Воу, кстати, видишь он, как мочит классно. А он у тебя хп не снимает. А, я просто дышу. Да. Я испугался. А, он только пугает, пугает, как фонарик остался. Так, кто там еще? Во! Кстати, это что под за подставка, вешалка? Сейчас он обычный манекен, но если чуть подождать... То? Он оживает? Воу! Офигенный пак, мне очень нравится, реально круто. И что еще? Маску выкинул, видели? Вот очень эпично сделано. Звуки какие-то издавать. Тут получается, когда ты стоишь бездействуешь, какие-то они вещи делают. А, ну просто. Да, чуть-чуть. Ладно, мочи меня. На, красавчик. А я тоже, они меня просто пугают. Ну да, FNAF 3 они же не убивают. Давай следующий у нас. Это у нас Чика. Фантайм Чика, я вот вижу, да. О, прикольно. Тоже надо ждать? Да, вот смотри на экранчик. Смотри на Смотрю. Экран. Так, ребята, сейчас, наверное, будет скримак. О, вылазит! Воу, смотри. Чпонькс. Только не самого экрана, а как-то слева от автомата. Ну, смысл прикольный. Ну, задумка понятна. Так, что она еще может? Она умеет тоже вот так шевелить поп. Танцует. Так, какие-то звуки издает. Очень прикольные. Чё еще? Воу, прикольно. Ага, так всё. Так, уходит под землю и убил. Испуг. Точнее, пугает. Сразу так дыхание зачищается, добавляет антуража. Ничего, следующая, ребята, серия у нас будет аниматроники пугают охранника с новыми аниматрониками. Я просто решил всех показать перед тем, как записывать их, чтобы вы знали, кто что может. Так. Это у нас Фантом Фокси. А чё, тоже ждать? Опа, вылез. Красавчик. Так, чё он может? Он у нас вот так стоит. Как будто звук гавканья издает. Так, смотри, какой стрёмный. Так. Стрёмные звуки издает. Понял. Опа, типа падает на спину и исчезает. Я вижу тень. Ладно, мочи меня. Давай. Ох, прикольный испуг. Так, следующий у нас Фантом Фредди. То же самое, да, как и Бонни будет? Не, у него совсем по-другому чуть-чуть. Ого, расшатывается. Бум. И вылазит с того места, где оно было. Так, смотрит, никого нету, я здесь. Так. Тоже вот стоит, дрожит. Стоит. Блин, не такие все черные, страшные. Издает звуки. Так, я понял. Мочи меня. Отлично. Так, следующий у нас Phantom Mangle. Мне нравится анимация, такой... как они появляются. Очень эпично. У меня такой подарочек рядом. Так, во-во, вылазит. Чик. Блин, ну так ночью если увидеть, очень можно испугаться. Ну да, так можно в штаны наложить. Чё она еще может? Она умеет ходить. Всеми на четырех ногах. И также просто на двух. На трех. Ладно, пугай. Она еще издает звуки. Во-во-во, это ее козырный звук. Слева-то голова прикольная у нее живая. Так, следующий у нас Фантом Пупет.
Марионетка. Опа, маленькая шка. Воу, как она туда поместилась? Это магия. Это я понял. Она умеет летать в двух фазах. То есть это медленная и быстрая. Ничего себе, психичка. Она издает звук. Такой криповый звук, я тебе скажу. Так, что еще? И прыгает как в воду. Рыбкой, да? Да. Хоп, и вниз пошла, под землю. Ладно, пугай. Отлично. Скример такой на лице. Как его убрать? А никак. А, не, все. Так, следующий у нас Spring Endo. Это эндоскелет спрингтрапа. Так, сейчас он возродится или этот... А, просто оживает. Хоп. Блин, какие они криповые. Он умеет вот так стоять. Кланяться. Что еще может? Издает звуки, как спрингтрап. Понял. Умеет пугать вот так. Круто. И? Еще звуки и убивает. Так, и последний у нас с этого пака Spring Trap, просто. Самый, который может меня убить. Это точно меня убьет. Так, сидит, сидит. Дрожит. Холодно, так, что ли? Нет, его... Это же человек, которого в костюме заточит. Ага. Ему больно. Понял. У него три фазы. Это была первая, вот вторая. Прикольно. В фазе он ходит как инвалид. То есть ему... Он издает звуки. Я слышу. Я даже прислушиваюсь. Так, прикольно. Голову оторвает? Нет, он просто хватается за нее. Это он себя разорвет сейчас бошку. Он такой, его теперь... рассматривать можно даже. Ну да. Теперь, чтобы можно было хорошо ходить, он себе челюсть. Так, так, так. Чё... О. О, теперь можно нормально ходить? Быстро. Да, он даже ничего бежит. Себе. И звук такой металлический, классный. А ну до стены подойди, покажи, как он умеет. Ну, он еще умеет подходить к стене или к стеклу и такой. Хоп. Типа смотреть в окно. Так, ладно. А ну давай проверим, мочит он или нет меня. Убил? Убил. Убил. Вау, теперь точно я слился. Так, ну что, ребята, следующий пак у нас. Четвертая часть, кошмарная. Поехали. Nightmare первый. Мак 4, самый большой аниматроник Nightmare. Он так классно дышит. Он умеет громко, очень громко рычать. На Катраэл. Ух ты! Вот это он стрёмный. Также слышно, как дышит. Так, я слышу, да, издает. Вот это кошмарный смех. Ой-ой-ой, ты чё? Так, 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 нормально. Что он еще может? Исчезать, ТП-хаться. И есть ли. Мочи. Так, следующий у нас Nightmare Bonnie. Nightmare Bonnie, он у нас умеет говорить. Музычку издавать. Не просматривать. У него пружины на пальцах. Он у нас присаживается. Так, также исчезает. Также телепортируется. Ага, вот ты. И убивает. Давай. Бум. Стрёмные очень они. Так, следующая у нас Чика. Чика, она у нас умеет... Воу! Смеяться. Неожиданно такие звуки услышать. Угу! Открывает пасть. У вас тут все четко, ни одного... Ни одной пломбы. Становится без... Бессмертной, невидимой, я понял. Бессмертной, невидимой. И? Телепортируется и убивает. Бум. Так, следующий у нас кто? Фокси. Фокси, он у нас... Рычит. Эпично. Блин, озвучка классная. Ого, у него челюсть открывается. Да, это реально очень страшный пак. Один из которых я самых страшных видел. Звук какой-то. Ого, он прям ТП-хается в пузо мне. Невидимый и убил. Бум.
Так. Найтмар. Кто там у нас? Фредбир. Найтмар Фредбир. Он у нас. Ну-ка. Воу. Громкий звук такой. Я вижу тебя. Тоже смеется, как и Найтмар Фредди. Телепортируется, становится невидимым. И мочит. Так, следующий у нас Фредди кошмарный. Найтмар Фредди. Он у нас умеет сидеть. Вот это у него стрёмная такая посадка на картофанах. И челюсть открывается. Так. Становится невидимым. Прикольная озвучка. Телепортируется в пузо. В пузо, да. И убивает. На. Так, следующий у нас... Плюштрап. Он умеет сидеть. Он какой-то большой, да? Говорить он... Да, он такой большеватый. С размеров человека, можно сказать. Ну, нет. Ха-ха, какой человек. Прыгать может, это стандартно. Прыгать, умеет бегать. Очень быстро бегает. Ничего себе, вот им классно будет в прятки играть. Так, первый у нас скример — это Фантом Фокси. Погнали. Постараемся ребятам максимально много показать. Надеюсь, у нас получится. Так, убираем. Следующий у нас на очереди. Фантом. Давай. Ух ты, красавчик. Так. Погнали и дальше. Последний этот пак. Воу, надеюсь, в ролик даже влезут все аниматроники, которые у нас есть, потому что очень быстро получается, и мне это нравится. Так, следующий пак у нас какой получается? FNAF 4. Погнали. Это Джек он Бонни. Воу, кстати, эти скримеры обновили, они не такие раньше были. Наконец-то мы хоть увидим что-то новенькое. Так. Балунбой. На мине. Красавчик, красавчик, мне нравится это уже. Дальше. Мангл. На мине. Прикольно. И марионетка Найтмэри. Красавчик. Так, следующий пак у нас какой? Так, давайте будем вместе смотреть. Ага, вот из новых, погнали. Так, это у нас Эндо. Красавчикс. Многие спрашивают, как убирать скримеры зацикленные. Вот, ребята, в постобработке и любой ставите и убираете. И все. Дальше. Теперь Shadow Freddy. Вау. Прикольно. Ой, я с маской. Я без маски. Это у нас Wizard Boy. Достойный. Ребята, потом напишите в комментариях, кому какой больше всего скример понравился. Wizard Chica. На мине. Так, дальше. Фокси. Так, это у нас Wizard Fokki. Воу, вот этот классный скример мне нравится очень, когда он прыгает в лицо. Wizard Freddy. Отлично, получается вроде бы все как я хочу. Тут у нас Wizard Golden Freddy. Ой-ой-ой, прям челюху засовывает себе. И так, голова видно. Головешки. На. Отлично. Так, следующий пак у нас какой? ФУППР 3. Так, это у нас получается будут все фантомы. Они не убивают, они просто пугают. Понятно. Есть такая буква в алфавите. А, я живой. Так, сейчас вылезет. Вот мне нравится анимация, как они вылазят. Это очень круто сделано. Бонни. Эпически. Так, сейчас Чика будет вылазить. Смотрите, ребята. Очень классная анимашка. Оп, оп, никого. Прям с экрана. Давай. Фантом Чика. Класс. Так. Фоксяшки. Ой-ой-ой, прям сальтухи крутит. Давай. Воу! Прям такой быстрый скример и все. Так, сейчас будет расшатываться и падать, я помню. Бум! Вылазит. Красовешный.
Весь такой обдертый. Фантом Фредди. Давай. Прикольно. Так. Мангл. И такое есть. Так, сейчас будет у нас маренетка вылазить, любимая наша. Марионеточка. Воу. Просто на экране скример такой. Глазами влево-вправо смотрит. Эпично. Ничего не проходит? Ладно, давайте уберем и поставим. Так, это кто у нас? Принг Эндо. Эндоскелет. Давай, красавчик наш. Он убивает. Да, неплохо. Так, спринтрапушка. Так прикольно на раскорячке становится, чтобы встать. Ну-ка. Спринтрап. На меня. А этот убивает, я вспомнил. Так, следующий у нас Балун Бой. Это уже совсем другой пак, да, пошел? Да, это уже Фукупер 2 ТИ. Давай, погнали. Так, они убивают только в ночное время. На. Так, у них скримеры не зацикливаются. Джи-джи. Давай. Только смеется. Следующая Мангл. На. Эпически. Так, маренетка. О, привет, я тебя знаю. Воу, от маринетки классный скример, прям в лицо такой. Прикольно, страшно. Скелет марионетки. А это эндоскелет. Перепутал. Так, это у нас тень этого, Бонни. Давай. На, прикольно. Дальше. Это у нас злой Бонни. Стандартный был скример. Злая Чика. Вот, у нее зубы такие острые прям. Блин, классные скримеры. Они не зацикливаются, офигенно сделано. Ой, глаза такие закачанные. Твой Фокси Найтай. Красава. Так. У нас твой Фредюшкин. Стандартный скример, но переделанный немножко. Отстой, Голден, Фредюшкин. Давай. Ух ты. Пойдет, пойдет. Дальше. Это у нас твой трап. Зачем же так орать, а? Прям нравится, наверное. Угу. Так, на этом паке у нас... Следующий у нас. Следующий ФУППР УМ. Так, он визарет бонь. А. Че, он не мочит? А он просто болтает. Он договорит. Вот. А, вот так же ж надо перевоплотиться, я помню. Но! Пойдет. Следующая чика челюстная. Челюстная чика. Ух ты! Норм. Фокси. Челюстный Фокси у нас. На меня. Фредди. Он визарет Фредди. Ой-ой-ой, классный скример. Голден Фредди. Летающий. Во, этот вообще классный. Это мне все нравятся. Так, этот пак закончился. Следующий. Бонни Зе Байн. Погнали. Переделанный полностью. У них, по-моему, несколько скриншотов. А ну. Этих. Во, другой совсем. Да, у них по два, получается, скримера переделанных. Обычный и необычный. Вот, когда у него глаза открыты просто. А ну сейчас. Вот, теперь глаз у тебя один заедает. Блин, так классно туловищем крутит. Вот, теперь глаза у нее, да, по два скримера на каждый. Погнали. Твой старый друг Димас. Да-да-да, а я иду, иду. Но это немножко не с того пака, он-то как-то странно шагает. Тут как солдат идет. Я тебя скушать не могу. Ага. Тогда я попробую вот этого взять в FT. А ну давай. А что?
Так. Так, Rockstar аниматроники не убивают, я так понимаю. Вообще? Ну, перейдем... А ну стой, да, может, у меня включен нет режим неуязвимости, выключен. Чё-то не мочат. Ну-ка. Ну просто не, на них нифига. Тогда посмотрим, чтобы было все видно, что это за аниматроники крутые. Угу. Прикольно, дальше. Дальше у нас пойдут из ФНАФа 6. Вот, у них по-любому скримеры есть. О, а ну давай, а я иду и... Нормально, Серега, пойдет. Угу. Ну что, пугает. А, у них нет скримаков. Да, уже с той части. Ну нет. Давай все равно всех посмотрим. Хочу, чтобы все видели всех. Это у нас? Это у нас Molten Freddy. А по стене полезть можешь? Ну, о, четко. Серега, получается. Жалко, что по гадалку не могу ходить. Какую гадалку? Ладно. О! Что это было? А как ты жопа вверх летал просто? Это я ноуклип случайно нажал. Может, разработчик проснется утром, скажет, сделай я скримеры классные, и сделает их. Скрабэйби. Помнишь, самые первые модели, они, короче, на роликах ездили, она не ходила в них, а прям ездила. Есть даже ролики старые, можно посмотреть. А сейчас просто бегает. Ну то ладно, пойдет. Он, а что-то болтает там прикольно. Ой, что я этого сделал, я не знаю. Ха-ха-ха, мочи меня. А дед по стене не может, да, лазить? Он только может как дурачок падать. Да. Понял. Да, дальше пойдут. Sister Vacation. Так, надеюсь, ребята, мы успеем в одной серии все показать. Ух ты, здоровый кабан какой, крутецкий, ну. Оп, оп, нормально. Это ты контр, да, нажал? Да. Танцуют все. Да, нормально, ты меня на нычку убил. Респект. Так. Балора. Балора вообще крутая. Мне всегда казалось, что она больше была или маленькая такая была всегда. А это другой пак. Балора. Некоторые пропали, и уже теперь мы не сможем их найти. Да, они просто жалко. Исчезают. Удаляют их. Игру обновляют, а доны не обновляют, и все. Поняв? О, Эннард, он такой крутой вообще. Мне он очень нравится. Нормально, так, пал. У нас, скорее всего, обзор аниматроников, да? Угу. А у него нету скримера. А, и у них тоже тех не было. Так. А облом. Фантайм Фокси, красавчик наш. Есть такая буква. Ну и как тебе, Дор? Блин, а в аниматронике удобно ходить. Что-то вообще все... А, не, мочится, мочится. На меня. Так, следующий пак у нас какой? Игнайт Бонни. Это Bonnie. Мой любимый. Joy of Creation. Музыку такую прикольную делает. На меня. Пойдет. Так, давай я, подожди, стоп-сон пропишу, потому что музыка у меня заклинила. Отлично. Крячка. Моя любимая крячка. Безрукая. Сейчас укусит. Не, она не может. Да, она может, ладно. Я пошутил, она все может. Так, у этой скример зависает, понял. Опа. Фоксяшкин. Воу, прикольный скример. Угу. Щетки вообще. Дальше идет. Ignite at Freddy. Еще эпичный. Вообще так тени прикольные, да и прям помехи на экране. Красава. Кто у нас там дальше? Дальше идут твистед аниматроники. Так, давай я тоже их переключу. Вот они такие большие, да? Твистед Бонни. Почему они такие здоровые? Мутировали. Я чувствую себя каким-то челепиздриком маленьким вообще. Много каши ели. Нифига себе, в животе пусто. Так, скривак прикольный. Так. Фоксяшкин. Челюстяхами в голову. Деревяшки. Деревяшкин. У него еще зубы есть в животе. А, его пофиксили, теперь не так зубы видно, как раньше.
Понял, его улучшили. Красава. Идет Golden Freddy. Вот это Twisted. Фердюшкин. Ой, ой. Ты там внизу есть маленький. Прикольно. Просто башка. Пойдет. Фокси, вот он классный, у него походняк такой здесь в игре. Аучара. Twisted Wolf. Twisted Wolf? Волф. Он так лазит. Ну, видишь, в Гаррисмоде ни шерсти, ничего нельзя сделать. Поэтому он сделал то, что движок игры позволяет. Лучше никак не сделаешь. А вот скример постарался. Прикольно, рукой так фигачит. Дальше идет Five Nights at Freddy's 4. Погнали. Кто у нас там у нас? Во. А у него нет, жизни не тратит он. Давай следующего. Во. На меня. А, скримеры убираются, офигеть. Бонька. Просто псих какой-то. Ты знаешь, что я скажу, Серега? Скримеры изменены, вообще не такие, как раньше были. Офигенно. Да. Чика. Воу. Фоксяшкин. Вот это они быстрые. Golden Freddy. Две пуговицы. Это кто? Фредди. Nightmare Freddy. Ой, нормально пойдет. Ой, мой любимчик. Плюс трап. Очень сильное заявление. Проверяйте его не буду. Да, мы уже его проверили. Следующий панк идет, это тоже Five Nights at Freddy's, но это уже новый. Да, четвертый. Это новые пилпаки. Ой, красава. Боже, мне так нравится из всех, больше всех. Самый стрёмный. Так, дальше. Я буду мочить. Ой, Чика, ну только не убивай, да я рассмотрю, я их не рассматривал даже. Мы просто их сразу берем и мочим. Ой, внутри у тебя какие-то цветочки сделаны в челюстюхе. Все, и застыло, да? Мочи. Ой, Фокси, крючковый злодей. Че, Серега, как тебе нравится он или нет? Да, ну мне больше Nightmare Freddy нравится. Понял. Воу, вообще классный мужик. Тоже орёт прикольно. Ну, Nightmare этот больше орёт. Да, тут вообще сильнее в 1000 раз. Когти так прикольно сделаны. Угу. И здесь прикольно. Прям на пальцами вообще сильно постарался челепиздрик. Угу. Семки есть, найду моё. Нифига себе у тебя поза. Поза для убийства, я понял. Ой, красавчик. Ну он какой-то большой, да, вот в этой части? Он в этом паке. Не то, что большой, он какой-то инвалид. Вот по сравнению с этим. Это какой-то привычный нам, что ли? Или то, что мы просто на нем записывали всегда? Какой-то быстрый очень, да? А этот какой-то медленный, как будто ребенок. Угу. В памперсах. Не, у него же другой режим вроде есть, нету? Нет, у этого пака аниматроников нету другого режима. Понял. Ну что, ребята, посмотрели мы все паки, которые у нас есть, все скримеры ихние. Если вам понравился этот ролик и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!